На уборку, как на праздник. Под музыку из полевой кухни студенты вышли на средник в сквер экономистов в советском районе города. Светлана Улаева учится в Самарском государственном экономическом университете. Рассказывает, что с однокурсниками часто бывает в сквере, но в этот раз в качестве волонтера наводит порядок после зимы. Он очень дорог, наверное, нашим студентам, потому что многие проводят здесь время, возможно, на переменах или во внеучебное время. Поэтому мне очень нравится, что многие студенты сегодня вышли и помогают городу, району. Районная администрация обеспечила участников средника необходимым инвентарем. Вместе с волонтерами-студентами убирают территорию сотрудники службы благоустройства. Присоединиться могут и неравнодушные жители города. Весна всегда период такой времени, когда у нас много после зимы остается мусора всякого, и листва осенние, и прочее. Нужно навести порядок в городе. Как выходишь утром из дома, увидел, трава растет, цветы цветут, деревья, все чистенько, мусора нет, и душа радуется, и на работу идешь с праздником, и на работе все получается. Сквер экономистов находится в границах улиц Советской Армии Блюхера. Рядом пятиэтажные дома и два вуза, поэтому место для прогулок популярное. Университетское сообщество старается задавать тренд на поддержание порядка. Это не просто приучение к труду, это воспитание такой социально активной позиции, что порядок в нашем городе может быть обеспечен только нашими собственными усилиями. Сквер экономистов претендует на благоустройство в следующем году. И именно жители города могут определить, какое общественное пространство приведут в порядок в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Проголосовать за любую понравившуюся территорию можно до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги, а также с помощью волонтеров. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.